Всем привет! Сегодня в этом видео я хочу вам показать, как привязать шарик на леску. Для этого берем шарик, надуваем его. После того, как мы надули шарик, заводим его за леску. Заводим таким образом за леску. Делаем вот такую петельку. Заводим горлышко. Если вам понравился этот видеоурок, не забывайте ставить лайки. Ну и всем пока-пока.